набережной Макарова. Обо всех объектах расскажи коллегам. Да, ну вот в частности сейчас мы видим, да, сооружение станции Новокрестовская. Эта станция относится к Невско-Василеостровской линии метрополитена и сооружается в рамках подготовки к Кубку Конфедерации, чемпионату мира. В чем уникальность станции? Как вы видите, она на намывных территориях находится, то есть эти территории намыты в 2014 году. Значит, щит от беговой до... Щит сейчас находится, вот он пошел левее, если взять территориально, вот он где-то там под землей уже находится. Он уже прошел станцию Новокрестовскую, там сделали техническое обслуживание и уже пошел в сторону Приморской. В чем была уникальность технического решения? То, что мы не извлекали щит на поверхность, а проходили через станцию и на этом сэкономили порядка 500 миллионов и 2 месяцев времени. 500 миллионов и 2 месяца времени, так точно. Значит, щит уникальный, тоже своего рода 10 метров 60 сантиметров диаметр. То есть делается один ствол. Раньше все остальные станции, все остальные линии метрополитена сделаны двумя щитами по 5 метров. Вот, прошли уже 3 километра 200 метров, осталось нам дойти 2 километра 300 метров. Планируем 30 июля закончить проходку. Навстречу с Приморской идут 2 5-метровых щита. 40 тысяч пассажиров на вход и на выход. Да, станция уникальная, она удлиненная и рассчитана на 30 тысяч пассажиров в час пропускная способность станции на вход и на выход. Вот, также второй объект здесь, который видите. Вот станция в эксплуатацию. Вот станция в эксплуатацию весна 2018 года. Конкретно, Кубку Конфедерации, да, 30 апреля мы запускаем линию. 30 апреля чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира года. По футболу. Так, да, так. Яхтенный мост. Следующий объект, который мы видим, вот он, яхтенный мост. Он уже практически готов, то есть уже можно с одного берега на другой перейти, что мы уже и делали. Значит, уникальность в том, что заказчик этого моста — общество «Открытое пространство», созданное 5 ведущими строительными организациями Санкт-Петербурга. Это «Метрострой», АБЗ «Дурстрой», ВАД, «Возрождение» и «Пилон». Сооружает этот мост «Пилон». То есть уникальный по срокам объект. То есть исполнен в 2 раза быстрее практически, чем по проектной документации. Главная его изюминка – это без бюджетного финансирования. Без бюджетного финансирования. Только подготовительные работы, инженерный проект оплачивал бюджет. Строительно-монтажные работы оплачивают городские дорожные организации и делают подарок Петербургу. И также мост, мы его рассматриваем как пешеходный, но на самом деле мост выполнен на полную нагрузку. Да, и цена этого моста 1 миллиард 950 миллионов рублей. То есть в случае необходимости мост может использоваться как автомобильный. Но мы рассматриваем как пешеходный, сделаем велосипедные дорожки, сделаем разными цветами асфальта. Это очень красивая архитектурная подсветка будет. Ну, то есть объект также будет, как и стадион, являться украшением Крестовского моста. Два слова. Тучков, Северный, набережный. Значит, в рамках подготовки Кубку Конфедерации мы запускаем развязку на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом. Ну, все, кто ездит в аэропорт, видит. То есть мы уже весной этого года этот объект запускаем в апреле 2017 года. То есть время доставки пассажиров от аэропорта до этого стадиона 19 минут при соблюдении всех знаков, естественно. Значит, следующий объект. К чемпионату мира. Мы видим все реконструкции Тучкового моста, уже одну сторону заканчивали, вторую. Причем должны были сдать в 2018 году, но мы взяли на себя обязательство, в 2017 его закончили для удобства жителей. Потом 3 очереди набережной Макарова. Вот одну очередь мы видим, вот она уже готова, да, уже, то есть съезд с СД уже готов. Осталось 2 очереди, также весна 2018 года к чемпионату мира. Серный. И также Серный мост, да, Серный мост, ну вы знаете, он такой достаточно, как бы, ну, не совсем удачное проектное решение, вернее, на тот момент, когда оно было, высота пилона 92 метра, законодательная база это позволяла, но потом, пока мы начали строить, Губернатор принял решение уменьшить высотность пилотов до 44 метров. До 44 два метра. Раза, чтобы уйти от высотной доминанты в исторической части города. Без остановки работ.
без удлинения сроков, параллельно. Увеличение сметной стоимости. И увеличение сметной стоимости, параллельно проектированию моста, заказываем новый материал. Ну, то есть все идет в графике.